Мы сейчас на мебельной конференции «Канфу». Встретились с Никитой Аверкиным. Это компания Sales Chef, Sales Chief, как читается? Sales Chef. Очень интересный человек, очень интересная компания. Сейчас расскажу, или он сам расскажет. Короче, я расскажу, а потом ты перескажешь. Давай ты расскажи, мне всегда интересно, как это со стороны люди понимают. Короче, Никита работает в мебели, в сфере мебели, внедряет AMA CRM и Bittrex в мебельной компании. То есть он узко специализировался, занишевался и работает с мебельщиками. Где они всегда меняются сильно при внедрении CRM-системы. Это абсолютная классика во всех компаниях. Являюсь интегратором CRM. У тебя есть, ты мне вчера рассказывал, вот это отраслевое решение, можно говорить? Да, конечно. Расскажи, вот что это такое. Если кратко, это такое, так скажем, предустановленное программное обеспечение на основе AMA CRM, которое вы можете установить и сэкономить время на настройках, и по большому счету у вас будет частично наш опыт сразу предустановленный в CRM-системе, и вы сможете, в принципе, сэкономить время и начать быстрее начать работать со своими продажами внутри CRM. Ну, если кратко, то так. Как я понял, то есть это такая коллаборация твоей компании и AMA CRM, да, и ваши индивидуальные, как это, уникальные права, да? Ну, как бы они не столь уникальны, потому что они в открытом доступе, вот. Понятно. Уже будут опубликованы на днях, но по большому счету это история, где мы на основе вот всех проектов, которые реализовывали, поняли какие-то процессы, там, рекламации, продажи, постпродаж, как это все проходит. Воткнули это все в одно отраслевое и выложили вам CRM. Короче, ты замутил это решение на платформе я AMA CRM. Я замутил это решение. Вот Никита замутил для вас отраслевое решение. Да, и еще есть, короче, фишка, которая, ну, просто вот мне там голову сломала. Это речевая аналитика. Про нее тоже можно говорить, да? Конечно. Расскажи в двух словах, это вот будущее наступило. Значит, если в общих чертах есть большая проблема, которая возникает, на самом деле, в любом отделе продаж, это то, что контроль качества осуществить практически невозможно. То есть это либо очень дорого, потому что квалифицированные люди, которые в продажах разбираются, много времени должны тратить на изучение этого звонка. Либо это очень некачественно, потому что если мы нанимаем, там, условно, людей из регионов, то они, когда слушают звонки, они просто квалификации не имеют, чтобы сделать эту оценку. Речевая аналитика, которую мы сейчас делаем, переводит все в текст автоматически, и, ну, все звонки, то есть, условно, оператор и клиент, переводится все это в текст. Оттуда мы можем по каким-то паттернам понять, отрабатываются ли возражения, приветливо ли говорит сотрудник, назначит ли он следующий шаг, например, замер с клиентом и прочее. Все это происходит автоматически, в автоматическом режиме, без участия человека. И мы подключаем туда чат-GPT, это, ну, нейронная сеть, в общем, если по-простому, которая за 20 секунд может сделать примерно такой же анализ, которым человеку требуется минут 40 на один звонок. И это невероятно классная история, сегодня я про нее буду рассказывать, поэтому если вдруг у вас есть шанс это увидеть, я вам даже завидую. Я сейчас еще, да, скажу, как это я вижу. То есть это, короче, будущее наступило, и вот этот священный чат GPT, Никита прикрутил его к сервису, ну, короче, к сервису речевой аналитики, и получается так, что теперь вот этот чат GPT анализирует все звонки менеджеров, может выдавать какое-то резюме, может создавать карточки, прям сообщения, комментарии прямо в карточке заказа уже с коротким резюме. То есть это офигеть, какая мощная штука, и вот этим сейчас занимается Никита. То есть вот Никита такой влиятельный чувак, влиятельный человек в нашей мебельной сфере. Я даже добавлю, помимо того, что мы сейчас можем анализировать звонки, мы еще можем анализировать сделку в совокупности. То есть в сделке могут быть переписка в WhatsApp, несколько зумов, несколько встреч, которые записывают через аудиобейджик, и звонки. И все это анализируется в совокупности, и мы можем в совокупности всей сделки понять, где косяки допустил продавец, где он где-то что-то не дожал, и почему эта сделка могла посыпаться, или по какой причине она стала успешной сделкой. То есть, ну, будущее наступило, мне очень понравилась эта фраза, я себе заберу. Помните, когда была такая история, что, типа, все говорили, у кого нет CRM, они скоро сдохнут, потому что те, кто поставили CRM, стали более эффективными. Вот эта тема, короче, это уже следующая итерация, это уже те следующий уже шаг. Да, да, уже те, у кого просто CRM стоит, они уже сдохли, а теперь это новый, короче, уровень. Да, и еще третье, почему Никита очень интересный человек, вам имеет смысл про взаимодействовать с его компанией или с ним лично, это потому что Никита обладает невероятным количеством уже установленных связей и с легкостью их создает. Это человек связи, и он всегда находит нужные решения, нужных людей. Лично я вообще, ну, для меня это просто какой-то запредельный уровень коммуникации, которым Никита обладает. Спасибо, вот. Спасибо. Спасибо, Никита, рад с тобой пообщаться. Я думаю, еще я приду на Пашу выступление, а потом Паша на мое. Так что мы изучим бизнес-процессы друг друга прям плотненько. Да. Все, погнали дальше.
Дизайнер к нам приходит за тем, чтобы решить какие-то нестандартные задачи. Люди не доверяли, не понимали, зачем это нужно. Сейчас понимают, все хотят. Кто-то хочет что-то сказать, спросить, бросить меня чем-то. Да, пожалуйста.